Спонсор программы «Патруль» – корпорация «Роснефтегаз». Здравствуйте, а теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Мошенники украли у надымчанки почти 1 000 000 рублей. 48-летней северянке позвонила якобы сотрудница безопасности банка и сообщила о том, что от лица потерпевшей кто-то пытается оформить кредит. Злоумышленница порекомендовала женщине перевести все деньги на резервный счет и пригрозила уголовной ответственностью, если та откажется. В итоге женщина перевела деньги на реквизиты незнакомки. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Полиция Нового Уренгоя поймала мошенника, который продал горожанину несуществующую посуду. Заявление правоохранителям он принес еще в январе, когда перевел 22 тысячи за товар. А позже понял, что его обманули. И вот мошенника нашли, им оказался 23-летний житель Татарстана. Свою вину он признал и находится под подпиской о невыезде. За что вы задержаны? Статья 159, часть 2, мошенничество. А каким образом вы мошенничество совершили? Посредством интернета, с помощью приложения Авито. Полиция Салехарда нашла подозреваемого в совершении грабежа. 15 ноября 2020 года в дежурную часть окружной столицы обратился 39-летний житель. Он заявил, что его знакомый открыто похитил у него ювелирные украшения. Еще в начале ноября потерпевший выпивал в компании своего знакомого, после чего вызвал ему такси и пошел провожать до авто. На лестничной площадке злоумышленник неожиданно сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и сбежал. Похищенное золото он продал в ломбард. Подозреваемым оказался ранее судимый 38-летний житель Челябинской области, который сейчас является подсудимым по уголовному делу за аналогичное преступление. Он уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ямальские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Известно, что все произошло в Надыме в ночь на 14 ноября. Двое друзей во время пьяного застолья что-то не поделили, и между ними произошла ссора. Хозяин квартиры схватил нож и нанес потерпевшему не менее 2 ударов ножом в шею и грудь. Очевидцы вовремя вызвали скорую помощь, и пострадавшего удалось спасти. Обвиняемый находится под домашним арестом. В ночь на среду в Новом Уренгое в районе гаражного кооператива «Авиатор» сгорел «Мерседес-Бенц». Пожарные тушили огонь больше 20 минут, однако машина восстановлению не подлежит. Во вторник вечером в Тазовском районе на территории газоизмерительной станции загорелся вагон-бытовка. Спустя 25 минут огонь был потушен. Утром того же дня в Ноябрьске сгорела стена кафе на улице Магистральной. Заведение общепита пытались спасти 4 пожарных экипажа из 14 человек. За 8 минут выгорело 3 квадратных метра внешней обшивки. Информации о пострадавших нет. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Корпорация «Роснефтегаз» приглашает за подарками и объявляет снижение цен в сети АЗС, АГЗС и на ГСМ оптом. Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория «Госрегионстандарт». Сдаем в аренду жилые и производственные помещения. Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 99 97.